Дом на Фонтанке, 68. Дом ничем не примечательный, самый обычный ленинградский дом. Когда выйдешь, чистый-чистый воздух. И потом город спит. Мало где транспорт идет, ну, пешеходов, то есть кто на работу идет, там 2-3 человека встретить. А так тихо, постоишь там, посмотришь. В другом месте посмотришь, и город спит красиво-красиво. Ночью возвращаешься, полумрак, и тоже тихо-тихо. Приходишь, и дом весь спит. Ни в одном окне нету даже света. Вы либо раньше всех уходите, либо... Да-да-да, либо позже всех прихожу. Это вот в течение 30 лет. И во сколько ваш рабочий день начинается? Мой рабочий день начинается, если вот в 5 часов утра. В 4:50 у нас уже первые вагоны выходят. Прихожу в парк, принимаю свой вагон. Московский вокзал. Вот Московский вокзал. По второй Советской он идет. Потом идет через мост Александра Невского. Вот новый мост построен. Идет на Малую Охту. Идет по улице Дыбенко. Это новый район. Вот это веселый поселок. Вот этот. Маршрут у меня очень веселый. А чем он веселый? А чем веселый? Пассажиров очень много у меня. Пассажиры все спешат на работу. Мне интересно с ними. Не ругаются? Нет, у меня спокойно в вагоне всегда. У меня мать умерла очень рано, мне было 1.5 года. Нас у отца осталось 7 человек. А раз у отца 7 человек осталось, ну что отцу одному делать? И нас отдали 6 человек в детдом. Меня в дом малюток. Я попала. Потом в детдоме до 34 года я была в детдоме. Потом из детдома меня взяла сюда сестра. Работала на комбинате Кирова, кончила ФЗУ. Потом задумала посмотреть, где моя родина. Это около Великого Устюга. В 41-м году поехала туда. И вот бы ехать в Ленинград обратно, началась война. Меня сюда в Ленинград не пропустили. Я уехала на фронт, начиная с 42-го. В 41-м нас не брали. А в 42-й, когда стали девушек брать, я пошла. Как же, интересно, я добровольцем не уйду, если меня в Ленинград не пропускают. А там я не могу. Как это, девушки все воюют, а я что, там буду? Здоровая девица такая была. Я ушла добровольцем. Одно знала, что меня не убьют. Бывает же так. Знаешь, что с тобой ничего не будет. Ну, так и было. Ну, страшно было? Нет. Молодая была еще. Демобилизовалась, приехала я в Ленинград. Случайно я попала в трамвай. И сразу на водителя. Я говорю, что раз попала к вам, то только водителю. Они говорят, хорошо, вот с 45-го года так как водителем работаю. А по Фонтанке здесь не ходил трамвай? Нет. По Невскому? Ходил. Я работала на 4-ке. По Невскому. По самому Невскому. И он ходил большой-большой маршрут его был. Его сняли, Невский, пожалуй, сняли, сейчас скажу, в 46-м, наверное, сняли его, или в 47-м. А сколько народу перевезли? Не сосчитать. Сколько бы народу не было, я их всех посажу. Я, наверное, земной шар не один раз покрутила. Право не знаю, ну за 30 лет. Беспокойные есть люди, и более спокойные есть люди, уважительные люди. И потом, если я к ним хорошо, значит, они с хорошим настроением на работу пойдут. А другой раз я еще пошучу немножко в вагоне.
Так нет, вот на остановке другой раз много народу бывает. Не сесть, братцы ленинградцы, давайте уступить, надо, давайте, чтобы все сели. У меня же парни, народ надо весь забрать. Глядишь, уже все, и со смехом поедут дальше, ругани нет никакой. И в пургу, и в дождь, и в зной, все работает. В нашей работе нет нелетной погоды. Задумались, что такое ленинградский характер? Ну, как вам сказать ленинградский характер? Он должен быть прежде всего, даже как я не знаю, как я вам выражу. Я понимаю, но мне вот не выразить. Что такое ленинградский характер? Начинать сразу не придумаешь, так сказать, как ответить на это. Ленинградский характер? Ну, как вам объяснить ленинградский характер? Вот уже не могу сказать. Вот я люблю Ленинград. Если хотите со мной поссориться, заругайте мою маму, Россию и Ленинград. Вот которых я всегда на сердце держу. Ну, вы знаете, тут одним словом этого не скажешь. Ленинградский характер. Алёша у нас вот вырос, ходил в детский сад, школу вот 8 классов окончил в этом году. Ну и сейчас собирается поступать в техническое училище. Кто помог ему выбрать эту специальность? Вы знаете, мы вместе как-то с ним решали, очень много думали, купили эту книгу профтехучилище. Вот, думали, смотрели, решали, ну и как-то остановились вот на этой специальности, специальность электромонтёра. 18 лет уже будет хорошая профессия. А ваша профессия? Я работаю в кулинарном училище. Тоже учу таких же подростков, как Алёша, только по специальности повар. А Алёша не хотел поваром стать? Ну, у него были такие мысли пойти поваром, вроде бы там по маминой специальности. Ну, а потом мы взвесили, подумали так с ним все вместе. И решили все-таки на это остановиться. Это более мужская, может быть, профессия. Анисимов. Буянов. Губков. Костин. Вы будете обучаться у нас, как вы уже знаете, 3 года. За эти 3 года вы получите среднее образование и квалификацию. Готовить вас училище будет для предприятий нашего города Ленинграда. Ваш мастер Щагин Александр Петрович.
А вообще, как у вас занятие там рассчитано? Вам рассказывали, как вы будете заниматься? 7-8 часов. А во сколько начинать? Во сколько начинать будете? 9. 9, да? Значит, часа в 4 будешь только кончать. Надо подробнее, расскажи мне. Приехал я в училище, это списки висят. Там начислили меня в 15-ю группу. Ну а дальше что было после линейки? Знакомство с мастерами. С мастерами, да? Как твоего мастера зовут? Александр Петрович. Ну а возраст какой? Пожилой, молодой? Пожилой. Пожилой, да? Да. Как строгий он тебе показался, нет? Да, она ведь строгий. И вот подвигается эта бабка сюда, это называется задняя бабка. Подвигается она сюда на определенное расстояние, и сверло подает вот этим штурвальчиком, вот покрути его. Вот она выходит, видишь? А что он вам показывал там в мастерских? Станки дал покрутить. А ребята, мальчики, как там? Уже с одним познакомился. Да? В нашем районе он живет. А где он тут живет? Около Лиговского проспекта. Соседи. А девочки вообще есть в училище? Нет. Не видела вообще девочек? В нашей группе нет. Нет. А, ну, переключаешь, и она сама идет. Да-да-да. Переключаешь, она сама идет. Давай, ешь, а то мне стынет. В общем, сегодня у тебя был первый трудовой день. Мой сын вступил в рабочий класс. А. Там хоть старайся. Тебя как зовут? Алёша. Алёша. Нажари ты его. Да. Ну, ешь ты его, ёлки. Ешь. И сколько тебе лет? 6. Ты давно живешь в этом доме? Да. Ну, сколько лет? 6 мне уже. Все 6 лет живешь здесь? Раньше тебе было... Раньше тебе было 5, а сейчас уже 6, да? Да. Женя, вот вы затеяли ремонт. Вся квартира, значит, носит следы того, что начался ремонт. И как же вы уезжаете? Ну, каждый, я считаю, носит свою лепту. Дело будет продолжено. Я делаю скрытую проводку, а остальное делает продолжатель. Да? Толя? Остаюсь. Да нет. Что делался? Там, как мы свою комнату делали, в прошлом году замучились. Это делали первый раз, видите? Тяжело очень, особенно потолки, тут такие потолки, посмотрите, все трескаются. Когда мы делали скрытую проводку, папа помогал мне. Так вот, когда мы залезаем на лестницу и работаем на потолке, то я работаю с опаской. А он спокойно залезает, работает. Ему да. Сколько лет? Он у нас 10-го года, 64 года. Высоты совершенно не боится. Он всегда самые трудные работы на высоте выполнял. Отец работал котельщиком. Его так специальность
пишется в трудовую книжку. Вообще он сварщик, был монтажник. Понтоны сваривал для поднятия кораблей. А где родители сейчас? Родители на даче с внуком. Мы с сестрой кончили, в общем, институт. Она спортивный, я политехнический. Работаю я в областном совете ДСО «Труд». Специальность моя... В общем, я оргработник. Тяжелая работа, но я люблю ее. Ну, приятно смотреть, когда уже твоя работа притворилась в жизнь. Последний мой проект – Приволжская оросительная система. Довольно значительный объект – 35 тысяч гектаров. Я часто выезжал туда в командировки. По каналу даже катался на водных лыжах. Канал, ну, примерно чуть поменьше нашей Фонтанки. Как вы видите, по собранным вещам отправляемся работать в Монголию. По Казани техпомощь. Ну, будем, наверное, скучать по Ленинграду. Толя, вы единственный мотоциклист в доме номер 68? Ой, нет. Поколение меняется через каждые 2-3 года. Кто-то приобретает мотоцикл, поковыряется, упадет где-нибудь, продает. Но я так вот, как вот начал с 61-го года, так и до сих пор. В общем, мотоцикл – это мое хобби, не могу я без него. Даже сейчас купил уже машину, но мотоцикл не могу забыть. Сын еще не лежит под машиной? Ой, он обожает машину. Он говорит, запоёсит. Сядет прям удовольствие. Ну, если мы с ним гуляем, так он дергает ручку и говорит, пойдем маме, ключ, к папе пойдем, ключ, и запоёсит. Хочу покрутить. Шофёром будет. Правда, он один день хочет моряком, другой день хочет солдатом. Он уже выбирает, ему сколько лет сейчас? 2 года. И он уже да. У вас профессию выбирает? Да, я его спрашиваю, ты кем будешь? Я буду моряком. На завтра кем ты будешь? Он говорит, шофером. Я говорю, ну что ж, ты вчера ты хотел быть моряком, сегодня ты будешь шофером, а завтра солдатом. И все мужские специальности выбирают. Я еще приехал туда, помню, 23-м году придешь на проспект Огородникова, там спускаются машины какие-то частные такие, цепняги, уайты, фиаты, бюсинки всякие. И они везут уголь. Я-то и думаю, вот таким бы мне дяденькой быть, как этот в кожаном пальто. Вот специальность-то дома и красота ведь. Просто ведь машина-то какая у него гудит, шумит, гремит. Думаю, вот. И я так и стал. Я отработала в торговле 46 лет. Кроме благодарности я ничего не имела. И на одном месте отработала, в одном торге. Нигде не увольнялась, но всем работала. И уборщицей, и судомойкой, и котломойкой, и тележницей, и кладовщиком, и буфетчицей. Я работаю на фабрике Анисимова. Вот. Работал я по мастерам, слесарем-ремонтировщиком. Я работаю бухгалтером. Работа моя очень... так сказать, тяжелая, в смысле каком, ответственная. Так что всю жизнь свою проработала, прожила. До 12 лет. Много приходится работать, потому что со счетными работниками бывают перебои. Я прихожу поздно домой. А вы поменяли бы профессию? Нет. А если бы сейчас пришлось начинать сначала, какую специальность вы выбрали бы? Обычно шоферского выбрал, но только в положении, если я был помоложе, пошел бы учиться, потому что техника стала сильна и нужно грамотно быть. Люблю работу свою, иду с удовольствием. Ну а в чем вот интерес такой к работе у вас? Так вы представляете себе, я же на народе. У меня же кругом народ. А я люблю коллектив. Я всю жизнь в коллективе. Детдом, армия. Коллектив. И сейчас вагоны вот вожу. Тоже коллектив. Женя не хотел перенять профессию?
Он и говорит, что мама, я хочу быть токарем. Ну, раз хочет быть токарем, пойдем на завод. Я не люблю бегать по производству. Не хочу, чтобы и сын бегал. Я сейчас работаю над историей Фонтанки. Я архитектор, историк-архитектор. Я читал лекции по истории города, по истории архитектуры. Я их прочел более 2500. Вышел на пенсию, я ни разу не болел. И как только вышел на пенсию, сразу заболел. Да ведь по работе скучаешь, по заводу тянет, безусловно. Потому что все-таки столько лет отработал, и оторваться от этого коллектива не так-то легко. Все равно тянет. И вот, значит, думаю, что в августе пойду устраиваться на работу. Работа у меня интересная. Это всегда много света, много искр. И это, в общем, издалека это зрелище красивое. Мне всегда с детства нравилось, поэтому и работаю электросварщиком. Вы когда-нибудь видели глазом, как в металле под стеклом кипят океаны, в дуге, как в плазме, свет галактик, дым, звездопад, пахнет солнцем и кожей паленой, от напряжения пот соленый, звезды солью на робе блестят, но варилы народ закаленный, и работу менять не хотят, любят песни в словах и в граните, но электродом, рассеяв тьму, мы такие красоты здесь видим, что не снились еще никому. Я работаю слесарем-сборщиком. Но я увлекаюсь этой работой. Я ее люблю как работу. Вот. И она мне, вот каждый день работаю, она мне не надоедает. В ней что-то есть интересное свое. Я для себя вот сам с собой иногда соревнуюсь просто. Вот, стараюсь ту норму, которую я делал вчера, перевыполнить сегодня. Вот это мне самому интересно. А чем ты еще увлекаешься? Спортом. Ну, я люблю очень футбол и хоккей. Движение мягкое, а потом тонко, коротко пальчиками. Чик-чик-чик-чик. Я работаю в детской спортивной школе тренером по фехтованию. Жена у меня тоже фехтовала в свое время, и неплохо, между прочим. Мастер спорта. Вот, работаю я уже год, очень доволен. После института? После института. Закончил я институт Лесгофта. Ну и вот, все надежды теперь на детей, на своих. Это ученики Кирилла. Награждение. Он старший судья на соревнованиях. Произвел награждение своего ученика. Нормальной координации. Рука, нога. Попадать, попадать стараться. Это моя фотография. Выступала на первенстве Союза. А это, как вы можете доказать, что это вы? Не видно там? Ну, вот на этой фотографии здесь левша. Я левша. Тренеры всегда узнают своих учеников, даже когда в маске. Когда я вернулся из армии, пришел на первую свою тренировку после армии, вот я вошел в зал, мы тогда тренировались в дворце спорта «Юбилейный», и заметил, что какая-то интересная девочка новая, надо бы с ней познакомиться. И познакомился. Через год мы поженились. А вам шпаги не приходится в семейной жизни применять? Иногда бывает. Ну, в исключительных случаях. Конфликты так иногда решают. Решаем. С женой трудно воевать, она левша, с ней бессмысленно бороться. Все в меня идет. А мне жалко, я всегда стараюсь уступить. Ну а ты что расскажешь про работу? Я инженер, рыбник. Рыбник? Рыбник. Не задумывались над тем, в вашем доме каких нет специальностей? Наверное, все. Наверное, все. Наверное, как в любом доме. Дом, что, наверное, все, какие есть, какие существуют специальности, все есть. И даже рыбаки прямо у дома.
Да, раньше эти фонтанки тоже рыбы не было. А вот последние года 3-4 очищают все наши каналы. В первую очередь очистили, конечно, фонтанку. Ну и вот рыба стала заходить. Воспринято просто как какое-то открытие, что там кто-то поймал вот такую плотвичку. Ну, фонтанку все любят. Встречаю одного мужчину, совершенно не знаю, кто он и чем он занимается, вот, но бегает бегом трусцой. Он еще и плаванием занимается, кроме того. Кстати, он должен побежать вот в 10 часов. Он в фонтанке плавает? Нет, где-то в закрытом бассейне. Причем он бегает секундомером, у него все это на научной основе построено. Фонтанка у меня каждый вечер встреча. Я сейчас ярый поклонник бега трусцой. Начинаем заниматься здоровьем, может быть, тогда, когда его уже нет. Я тут перенес инфаркт, и кроме инфаркта я страдал еще зеркальной болезнью, что необходимо пояснить. Зеркальное почему? Я не мог видеть собственные носки без зеркала, поскольку я был 56 размер, большая полнота. Но благодаря правильному режиму я сбросил добрых 13 килограмм. Это занимает у меня порядка 57 минут. И после этого я чувствую себя помолодевшим на 10 лет. Каждый день на 10 лет? Каждый день на 10 лет. Я родился в этом доме. Детство прошло в этом доме, школа. Я как-то разбил парикмахерской мечом стекло. И самый старый дамский мастер, почтенный, с устоявшейся клиентуры, зато меня, ко всеобщему удовольствию, стриг, чем я вам долго гордился среди мальчишек. Тогда у меня еще было что стричь, естественно. В угловом подъезде до войны была булочная пекарня. Мы всегда так изумительно ароматно пахло хлебом, и мы любили пекарню. Ну, здесь был у нас хороший дружный коллектив мальчишек. И как-то по-хорошему дружили. Вот этим фотографиям, пожалуй, больше 40 лет. Сделанное нашим дворовым фотолюбителем был такой Румянцев. В центре с бритой головой. Это я. Вот ворота. В воротах просматривается набережная реки Фонтанки с выходом на площадь Ломоносова. Вот эта потускневшая карточка сделана, наверное, года за два перед войною. Средний. Это Соколов, Лёша, это Толя Малиновский, весельчак, по прозвищу Рыжий, я вот крайне справа. После войны, и мне всегда при этом неловко, я потом уже говорил, что сколько во дворе было, вернулось, наверное, всего-навсего трое, в числе этих. Троих вернулся я, отнюдь, может быть, не самый достойный. Война была переломным, конечно, моментом для каждого. Начались налеты, снимали мы тут зажигалки. Вот кажущийся архаичным динамик простоял здесь всю войну, и с ним очень много связано воспоминаний. Из него мы услышали о начале войны, слушали постоянно сводки Советского информационного бюро, и он никогда не выключался. Ночью, когда не было никаких передач,
то ритм жизни отмечался по метроному, который постоянно делал так. Это знали, что все в порядке, что радио работает. И когда он замолкал вдруг, значит, уже чувствовали, что сейчас будет воздушная тревога. Мы хотели попасть в ополчение. В ополчение нас не брали, говорят, вас и так возьмут. Сначала вот я работал на фабрике по сколачиванию ящиков для снарядов. Ну, вот в октябре уже пошел сразу под Невскую Дубровку. Было очень тяжело. Молодому не обучен. Был ранен в 41-м году. Тут тяжело лежал. Самое тяжелое время в Ленинграде в госпитале. Письма писали домой? А письма я писал систематически. На Фонтанку 68? Фонтанка 68, квартира 42. Вот на это что родители не могли обижаться. Учился неважно, был не очень организованный. А вот война как-то сконцентрировала, что ли. Ну, из армии пришел сюда, поступил работу. Учиться. И учиться. Выучился. Кончил я юридический институт. А сейчас я работаю в области экономических исследований. Я прошел в войсках 3-й гвардейской танковой армии «Рыбалка» от Курска до Берлина и Праги. Ну и сейчас образован совет ветеранов. Вот ветеранов приглашают. Мы были на 30-летие освобождения Киева. И вот сейчас нас приглашают ветеранов город Львов. Вот, собираюсь я туда поехать. Всегда немножко грустно, потому что все меньше и меньше становится ветеранов. Рядовой шофер при роте связи командирован был на дорогу жизни. Пришлось пробный рейс сделать. У нас было 40 жилетных машин грузовых. Моя передняя была штабная, как первая машина. И при свете ехали именно затемненным. Ориентир просто был тяжелый. И у меня, значит, передние колеса попали на торосину, на льдину, которая лопнула за это удара поперечная тяга. И пришлось остановиться. Когда комиссар говорит, ну что, не можешь ехать? Да, тяга лопнула, рулевое потеряно, я не могу ехать. Ну ладно, в крайнем случае ты останешься, если вычинешь, приезжай в деревню Кабона. А тут было расстояние, я как раз на середине Ларского озера остановился, то есть 15 километров, там 30 километров. И мне пришлось одному, значит, ремонт делать в условиях темноты, на ощупь. А там холод был 30 градусов почти что. Это первый рейс нагруженных машин. Много из них, значит, неудачно приехали. Это запомнилось, как вот сейчас. Работали мы очень много, работали без сна почти. У нас свои были маленькие станции. Рона, Рона слушает, Рона слушает. Рона то-то, то-то, значит, это обычно у нас свои позвонки были такие. Именно вот колонны провести, которые везли хлеб Ленинграду. Этот город мой, этот город нужно отстоять. Орден славы я получил за то, что мой расчет отбил атаку танков противника и его пехоты. После этого я был награжден орденом славы. Две сменил, а на третий остановился. Две пушки были в ремонте. Довести снаряд или умереть. А большинство надеялись мы все-таки на жизнь.
так довести, чтобы мой снаряд был полезен для быстрого уничтожения фашизма. И даже сны иногда снятся про эту дорогу жизни. Ну, 45-й сравните, 46-й, 47-й. И сейчас народ прямо не узнать. 16 лет на электросиле отработал, я ни одного дня на бюллетене не был. Правда, был момент воспаления легких, но это не считается. В Ленинград двух войнах защищал. С передовой по существу не уходил. Вот дело в том, что вот 25 лет прослужил в пограничных войсках. Всю свою жизнь я искал счастья в труде, и только в труде, ибо не найдешь счастья в труде, не найдешь его нигде. Этому я воспитываю теперь и мальчишек, с которыми я вот уже 13-й год работаю. Взаимопонимание с металлом приходит не сразу, даже взрослым, а подростку особенно сложно. Я руководил необычной в своем составе бригадой. Необычность ее состояла в том, что она состояла из числа одних офицеров. В ней трудилось 8 подполковников, 3 полковника и капитан первого ранга. Начальник цеха Иван Васильевич Порохня сказал тогда: «Хватит вам, полковникам, друг друга воспитывать. Беритесь за ребят, за их воспитание». Ну, я был, конечно, поставлен такое положение для себя, неожиданное. Пришел в бригаду Степан Степанович Виченко. Ну, я еще тогда еще был молодым. Мне было всего 17 лет. И, значит, столкнулся с ребятами. Значит, сейчас ты уже не такой молодой. Пати, все-таки 7 лет – это уже стаж, я считаю. Заключили договор на соревнования. Осень придет, всем учиться в вечерних школах рабочей молодежи. И еще через год нашей бригаде было присвоено звание бригады коммунистического труда. Вот тогда и появилось слово «наставничество». Наставник. Новый качественный подход к подготовке молодой смены рабочего класса. Степан Степанович, он вообще ко всем относится, ребятам, по-отцовски. Он интересуется буквально всем. Интересуется и жизнью ребят. Как они живут не только на заводе, там, но и дома. Ну, человек он сам по себе такой мягкий, отзывчивый, но и в то же время требовательный. Выросли замечательные ребята, такие как вот Сереженька Машков, коммунист, любовь моя, Витя Соколов, вот Толя Колесников. Бурной, активной жизни. Предстоит решающий матч за призовое место. Выиграем или проиграем? Выиграем первое место, проиграем, значит, возможно, второе. Болею, безусловно, они всегда. Я должен сказать, что редко они терпят поражения. По моим подсчетам, мы должны победить. Бригада для меня стала вторым домом. Там я и познакомился со своей женой. Как же зовут жену? Татьяна. Они живут очень дружной, счастливой жизнью. Они 3 года уже как поженились, и в них уже 2 детей. И сыночка есть, и дочушка недавно родилась. Вот, я просто завидую. Вот, получаем ордер на квартиру, переезжаем в новую квартиру. Съезжаемся с матерью, с моей, получаем 4-комнатную квартиру. Поздравляю. Спасибо. И какой же новый адрес? Загребский бульвар, дом 7, корпус 1, квартира 162. Новый район. Да.
Степан Степанович, а все же жалко, что вы не живете в нашем доме на Фонтанке 68. Ну, я живу на Витебском проспекте. Хороший дом, новый дом, третий год я живу в этом доме. Это рядом, недалеко от работы. И были бы хорошие люди. Сейчас у нас создался костяк в бригаде. Это вот ребята, которые уже работают не первый год. Решили к 9 мая закончить 5-летний план. Получится ли? Получится. Отработать норму за себя и за того парня. За того парня, который сражался на фронте, вот, который погиб. От поставок цеха номер 7. Цех, который поставляет нам всех. Сосед, сосед. Да, ваш, как говорится, бывший, да, подшефный. Бывший подшефный. Там вы в свое время очень много вложили силы, умения. А как будто бы я и не уходил. Как окунулся в эту атмосферу. Мы сделали ему операцию, приходим на следующий день, он мемуары пишет. Сейчас мой кровь. Мы когда приехали в Черняховск, всем нам страшно было, как это начинать, самостоятельно работать. И один раз, значит, привезли там с ожогом. До 6 или до 7 часов утра там. Все за ним следили, ухаживали за этим больным. В общем-то, там остался всего один хирург, ну, на хирургическом отделении. В общем-то, было тяжело, если бы нас не было. На работе уже вошел в курс дела. Работаю вместе с монгольскими специалистами. В отпуск в этом году не приедем. Вероятно, соберемся только в 76-м году.
Большой всем привет от Светы и пожелание хорошего здоровья. До свидания, Женя. Прямую или наклонись? Наклонись. Ну подумай, кем ты хочешь быть, когда вырастешь большой? Хочу. А каким? Старшим? Тайсон. На большом корабле или на маленьком? На маленьком. А плавать где хочешь, по фонтанке или по морю? По фонтанке. Людей, значит, возить, да? Легче. По Ленинграду скучала? Некогда было. Не знаю, мне там очень понравилось, поэтому скучать было некогда просто. Работы много было. Как прошел хоккейный матч и кто выиграл? Мы победили. 9-3. Это кто мы? Ну, наш 8-й цех победил прошлогодних серебряных призеров завода. 33-й цех со счетом 9-3. Хорошо. Так что мы сейчас единственные реальные претенденты на звание чемпиона завода. Это по чемпионату завода? Да. Очень а потом? Хорошо. А потом будет кубок завода. А потом? А потом будет футбол. А погода какая? Погода какая? Зинаида Романовна, дала тебя, чтобы ты дала свое мнение. Я в этом вопросе. Советчик плохой, хотя она меня и спрашивала. Да я только так, но металла там еще не прошила вообще-то. А так-то уже все уже закончила, только низ еще. Был на заводе сегодня. Говорил с начальством, берут на работу. Значит, начал оформляться уже. А как же садовый участок? Бросить придется. Воскресенье и суббота. И вечер. Ну, а там сейчас работать такой нет до сентября. А в сентябре там тоже особая работа. Большой подготовить, только небольшую обрезку сделать. А пчелы? Деревья. А пчелы, они будут не подготовлены... В таком состоянии, что мне с ними в этом году делать нечего. Они будут подготовлены для зимовки. Пчел – это не смородина. Это все-таки живые существа, они могут и погибнуть. Ну, а во-вторых, и по отношению к себе. Если я допущу какую-нибудь грубую ошибку, то могут так искусать, что и... Что и на работе не узнают. Да, и на работе не узнают. Соскучились по работе? Откровенно говоря, да. Вот побывал на заводе и тянет опять туда. Thank you.
смотрите. Давайте, товарищ Алыч. А ты пчелок своих принеси сюда. Обязательно. Пчелок не принесу, а метко мед будет, принесу. А мы в гости приедем лучше. А вот и приезжайте. На дачу. Кто не знает, кто знает. Все равно. Я на тебя. Ну как, Василий Иванович, отдохнулась? Да хорошо. Владимир Петрович. Да, давай сюда. Давай. Хорошо, отдыхал. Все. А Грибов много наносил? А, Василий, а? Грибов-то много наносил? Это комары тут. Да, четыре раза носил, принес. А у себя там? Меня подобрели на муравейник. У новой деревни, да? Старый деревни. На плеве давай сюда. Плотнее, поплотнее. Там лес, хороший лес. Мухомору, вот. Нет. Белый я, Чегор, белый нашел два. Ты не видел, да? Белых нашел, красные, подосины, ну, красные ты нашел, мухоморы, знаешь, они какие хорошие. Да. А между прочим, ты знаешь, что белки на зиму тоже мухоморы сушат. Не как лекарство у них. А ты-то знаешь, не тай политиковые. Так ты надолго работать пришел? Да, она постоянно. Кто-то новая, видишь? Внимание, что солнце появилось, когда Василий Иванович пришел. Да. Сейчас замерли. Ну, улыбаться надо. Все понятно. Ну что ж, хорошо. Василий Иванович, а что вот если сделать коллективную фотографию жильцов дома? Всех жильцов дома? Всех жильцов дома. Это очень трудно будет. Почему? Не всех нужно. Во-первых, надо всех созвать. А во-вторых, идти надо как-то их рассадить так, чтобы они получились на одном снимке. Какие-то сооружения сделать. Ты думаешь, что это трудно будет сделать? Ну, ты думаешь, что если вот Зинаида Романовна поручит, то она сделает. Видите, как он это... Он не говорит, что он сделает. А вот если поручить Зинаида Романовна, то она сделает с тобой вместе. Спрашивали, что такое ленинградский характер. Я много думала. И все-таки это самые главные люди. Самые рабочие, хорошие, трудолюбивые. Это характер такой глыбистый, глобальный характер человеческих душ, какими располагают ленинградцы. Гостеприимный. Вот ленинградский характер. Ленинградец любой пригласит в свой дом и откроет двери. Любой. Пожалуйста, входите. Ленинград за всю свою историю показал себя как мужественный боец нашей партии. Весь город. Это емкость человеческая. Ленинградцы особенно интернациональные люди. И потом такие какие-то взаимные отношения, хочется помочь. Человек действительно настоящим ленинградским характером. Это действительно гордость и радость. Годы Великой Отечественной войны все, кто оставался живым, на смерть стоял, защищая наше дело, дело нашей партии, дело рабочего класса. В этом вот особая черта ленинградцев. Ленинградский характер – это наш советский характер. Таков есть советский человек.
на минуту смежить усталый взгляд. Встает передо мною блокадный Ленинград. Ползут машины с хлебом, буксуя на ходу. Идет, идет дорога жизни по ладожскому льду. От грохота зениток над ней дрожала мгла. Она дорогой смерти порой для нас была. Коль вел ты здесь машину, считай, что был в аду. Идет, идет дорога жизни по ладожскому льду. Сохранится и через много лет полуторки военной глубокий этот след. Ведь здесь мы вместе стыли на лютом холоду. Идет, идет дорога жизни по ладожскому льду. Я тебе желаю, чтоб ты на свете мог найти свою дорогу средь тысячи дорог, чтоб от родного края ты отводил беду. Идет, идет дорога жизни по ладожскому льду. Идет, идет дорога жизни по ладожскому льду. Идет, идет дорога жизни по ладожскому льду. Ленинградцы. Люди обычного дома. Зинаида Романовна Куклева. Домоправ дни войны. Командиром взвода автоматчиков был ее муж Василий Иванович. Сахид Захарович Касьянов. В дни блокады мичман, оружейный мастер Краснознаменного Балтийского флота. Иван Кузьмич Дренчев, шофер. Вивея Ивановна Бородина, вагоновожатая. В дни войны служила в авиации. Алексей Яковлевич Костюк был командиром противотанкового орудия. Людмила Никифоровна Костина, педагог, и ее сын Алеша. Кирилл Кандат, преподаватель детской спортивной школы. Его жена Люба, инженер Рыбник. Борис Григорьевич Мазо в дни войны сражался в рядах 3-й гвардейской танковой армии. Светлана и Евгений Панферовы, инженеры-гидростроители. Николай Дмитриевич Панферов и его старшая дочь Нина. Муж Нины, Толя Цветков. Лев Антонович Медерский, историк-архитектор. Его жена Нина Александровна, научный сотрудник, в 1937 году сражалась в рядах республиканцев в Испании. Женя Иловиков, электросварщик Кировского завода. Степан Степанович Витченко, полковник в отставке, бригадир-наставник
герой социалистического труда. Толя Колесников, слесарь-сборщик в бригаде Витченко. Клавдия Дмитриевна Парфенова и ее внук Володя, рассказ о котором еще впереди.